Сделать доброе дело может каждый. Городские предприниматели навестили малоимущие многодетные семьи Нового Уренгоя. Гости они пришли не с пустыми руками. С собой принесли новые вещи. В Центре социального обслуживания посчитали их примерное количество. Около 10 больших сумок с детскими и подростковыми вещами, нарядными мужскими и женскими костюмами, а также одеждой для повседневного ношения. Пришелся ли подарок по размеру? В репортаже Владислава Сельнинова. Я для тебя выбрала. Вот. Так что бабушка, мама будет модно. Это для дочери. Елена подобрала вещи не только для себя, но и для своей многочисленной семьи. У нее трое детей и двое внуков. Появление третьего Жуковы ждут в ноябре. Говорит, не ожидала, что станет участником акции и бесплатно возьмет понравившиеся вещи. Я являюсь инвалидом третьей группы, матерью-одиночкой и тоже как многодетная мать. Живу в таких условиях, что... трудных, что и материально у меня положение трудное, финансовое. Так, на работу не могу выйти в связи с моей болезнью. На призыв о помощи откликнулись не все предприниматели города. 10 больших сумок, набитых вещами, предоставила бизнес-леди Лариса Михалева. Для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, она не пожалела детской и подростковой одежды, нарядных мужских и женских костюмов. Следует отметить, что на всех вещах красуются этикетки. В каждом доме должно быть добро, а соответственно добро может делать только человек. И поэтому, исходя из нашего примера, мы хотим показать всем, что если ты будешь делать добро, то добро будет жить в каждом доме. Акция «Твори добро» продлилась всего несколько часов, но за это время 16 человек, которых принято называть малоимущими, стали чуточку счастливее. Добро в каждом сердце. Сегодня из Центра социального обслуживания вынесли не только новые вещи, но и открытки, на которых изображено сердце в заботливых руках человека. Владислав Сельнинов, Николай Александров, служба новостей «Импульс».